Так, сейчас я нахожусь, дачный поселок такой, в Дании, на острове Фюн. И вот в каждом дворе, на каждом участке почти есть вот такая штука. Это трамплин, естественно. И этот трамплин довольно большого диаметра. 1,5 метра, может 3. А вот, по планам я видел его действительно на каждом дворе почти. И ну и вижу так. Самое интересное, что этот трамплин сделан навсегда, скажем так. Его нельзя демонтировать, то есть, ну, в смысле, можно, конечно, но это надо очень большие эти самые. То есть его нельзя разобрать или собрать снова. Он здесь стоит надолго. И сделан, видимо, в начале устройства этого участка. Вот это мне было не совсем понятно. То есть, насколько люди... то есть, это очень, мне кажется, специфическое устройство. Используется обычно очень редко, ну, для меня было бы. Под ним, естественно, под этим трамплином там яма, чтобы это все функционировало. Вот. То есть это достаточно трудоемкое, затратное дело, такую штуку сделать. Только сделать, еще купить, поставить. Вот. И эта штука есть у всех. То есть это такой национальный спорт, что ли, непонятно, который у всех присутствует. Вот такие вещи. Тогда как сам домик, ну и вообще основное количество домиков, это 70-е годы. То есть 70-е годы здесь, видимо, массовая застройка была. Вот. И вот эти трамплины, они, значит, были тоже установлены, скорее всего, либо в то время, либо где-то коротко после. Вот. Но и в современных, те, которые строятся сейчас, вот эти трамплины установлены уже, как бы заложены изначально. Вот такое интересное наблюдение. Кстати, из этого интересного наблюдения, то, что я здесь обнаружил, есть здесь общественные пространства, например, футбольное поле там. То есть ворота, разметка, все это самое. Может, не такое большое, оно небольшое, но не настоящего размера. Оно уменьшенного размера, но вот оно существует. И я думаю, что это тоже где-нибудь отсыл к 70-м годам. Потому что у меня есть сомнение, что сейчас где-нибудь какая-нибудь команда на команду, даже если там 5 на 5 человек играли на этом поле последний год. Вот. А вот в 70-х годах, видимо, не было такого индивидуализма, скажем так. То есть сейчас в основном люди находятся на своих участках, либо идут там к морю, или еще там, то есть проходят там с собаками, гуляют и так далее. Вот. А вот... В 70-х, мне кажется, это было более общественно значимые такие вещи. Вот, что тут еще есть? Ну, участки, вот данный участок, это 7,5 соток. Домик достаточно вместительный, достаточно оборудованный. То есть, там душ, ванна, туалет, все это есть, горячая вода, электричество, естественно, все это. Вот яблоки вкусные, яблони. Там маленькая груша. Груша очень молодая, но, в принципе, груши растут. Сами груши уже есть, и они спелые, в принципе, да. То есть можно их с сыром хорошо есть. Вот, ежевика куст. Ежевики, кстати, много очень в округе. Ежевики и шиповника. Это все.